Обновленный, удобный, а главное простой в использовании РИА Сахалин-Курилы кардинально меняет формат. Теперь это не просто информационный сайт, а целая платформа, включающая в себя различные площадки. Мы стараемся удовлетворять именно запрос каждого читателя. В течение года РИА Сахалин-Курилы реформируется в современный информационно-развлекательный многофункциональный портал «Сах онлайн». На первом этапе мы готовы предложить нашим читателям, нашим бизнес-партнерам, нашим друзьям новые формы информационного и развлекательного контента. Это афиша, тесты, карточки, опросы, колонки авторов, покупка билетов и многое другое. Контент создает команда профессиональных журналистов. Есть среди них и старички. Игорь Ким уже 8 лет следит за дизайном новостей. Уверен, что изменения всегда идут на пользу. Раньше у нас на сайте было много вкладок, в которых можно было запутаться. И информационную ленту можно было просто не найти. А сейчас как бы заходишь, и сразу лента появляется, и ты ленту новостей видишь сразу. Видно, теперь действительно все. На сайте собраны все информационные продукты издательского дома. Это не только новости региона, страны и мира в целом, но и телеканал ОТВ, а также газета «Губернские ведомости». И все это на одном портале. Сегодня информационный онлайн-портал доступен не только на компьютере, но и во всех смартфонах. Мы вводим ссылку sah.online и получаем удобный интерфейс прямо в нашем телефоне. Мобильная версия также позволяет всегда быть в курсе новостей, не отвлекаться на лишнее и находить то, что нравится именно тебе. РИА Сахалин-Курилы существует уже более 15 лет, и на этом рынке за это время много всего изменилось. И, конечно, мы хотим следовать за тенденциями времени, хотим быть современными, хотим быть удобными для наших читателей. Информационно-развлекательная платформа уже работает. Постепенно в нее внедряют новые вкладки. Познакомиться с нововведениями и найти свое можно на сайте sah.online. Неизменно осталось одно, как и прежде, платформа работает для читателя. Читай, делись, смотри. Олеся Львова, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.